Всем привет, друзья! В этом видео расскажу вам, как вы можете сэкономить некоторое количество своих средств при выводе денег с одной биржи на другую или же на криптовалютный кошелек. Как вы можете сэкономить на комиссии, которые порой бывают очень высокими. Например, смотрите, вы выводите биткоин, комиссия составляет 100 тысяч сатоши. Если перевести все это в фиатные деньги, то при курсе биткоина 8200 долларов комиссия это составляет 8,2 доллара или почти 500 рублей. При условии, что вы выводите какую-то небольшую сумму, там 2-3 тысячи рублей, 500 рублей это просто огромная комиссия. И этой комиссии можно избежать, причем очень просто. Смотрите, каким образом. Открываем другой альткоин, например, Dash. Нажимаем вывод. Комиссия за вывод составляет 2000 дэш. Если мы возьмем и переведем это в фиатные деньги, то при курсе 625 долларов за 1 дэш комиссия за вывод составляет 1,25 доллара или всего лишь 75 рублей. Смотрите, 500 и 75, то есть вывести дэш в 5 с лишним раз дешевле. То есть, если вам нужно вывести какие-то средства, биткоины, то вы просто берете и продаете их за Dash, платите 0,25% комиссии за данную операцию на бирже. При условии, что вы выводите небольшую сумму, эти 0,25% не играют никакой роли, потому что это очень маленькие деньги. Далее вы выводите, например, на другую биржу свой Dash, платите вот эту вот комиссию 1,25 доллара. И там на бирже переводите Dash в биткоин, и с вас берут также эту комиссию 0,25%. Итоговая сумма у вас окажется гораздо ниже 500 рублей, и это очень выгодный способ вывода ваших активов, но только при условии, что сумма вывода небольшая. Если сумма вывода большая, то две комиссии по 0,25 съедят слишком много ваших средств. Но для этого сумма должна быть действительно очень и очень большая. Все, пользуйтесь данной методикой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Постараюсь выкладывать еще больше видео с какими-то советами, рекомендациями и обучением. И обязательно вступайте в нашу группу Telegram. Все эти советы и еще больше контента есть в нашей группе. Ссылку оставляю под видео. Всем удачи!